Ну что же, вот и закончились временно идущие друг за другом старые выпуски из рубрики ДНЖТ. Данной рубрики позднее долго не будет на моем канале, однако это не значит, что это последнее видео по ней от слова совсем. И раз уж такой случай, то на этот раз я вам покажу такой журнал, который уж точно сейчас является большущей редкостью. Hello всем друзьям, с вами Илья Уан. И сегодня у нас четвертый и последний журнал подряд из рубрики ДНЖТ. Также сегодня у нас на обзоре вновь специальный выпуск журнала «Тачки», который, как я уже сказал во вступлении, уже является довольно серьезным раритетом и максимально стареньким, поскольку сейчас надо очень постараться, чтобы найти его на том же Авито, да и обзора на Ютубе на него в том числе. Я уж молчу о том, что банально его изображения нигде особо в интернете нет. И это второй выпуск за 2012 год. Кстати, очень иронично, поскольку прошлый обзор был на номер первый за 2011 год, и, возможно, он будет по содержанию примерно таким же. Про него неизвестно было ровным счетом ничего, разве что Ingvar Play в свое время снимал на него обзор, как в юном возрасте, так и современном. Но про это мы еще тоже сегодня поговорим. Журнал этот я купил на Авито 27 августа 2021 года, как и предыдущий. И хочу вам сказать, что это второй журнал по гонщикам мирового гран-при, потому что первый выглядел примерно вот так. И за это время потрепалась упаковка. А также, как вы видите, здесь снова неполный комплект и только один журнал. Но если в прошлый раз набора реально не было, то здесь он сохранился еще на 100%. Давайте мы как раз к этому и перейдем. С этим номером выходил довольно интересный подарок, который на самом деле является некого рода полезным, хоть и чересчур детским, и это мини-вентилятор. Он лежал в довольно-таки интересной картонке, и это тот случай, когда безделушка в спецвыпуске несет хоть какую-то реальную эффективность, но к нему мы вернемся чуть позже, а пока давайте рассмотрим сам журнал. На обложке у нас изображен молния Маккуин на редком фоне Лондона. Далее тут изображены Мигель Камино, Найджел и Джефф Горвит. Название журнала «Заводи мотор». Также у нас тут логотип «Тачек 2». И, кстати, хочу вам сказать то, что это последний журнал, идущий подряд с данным логотипом. Потому что следующий номер будет уже просто с логотипом тачек. И недолго держалась данная тема, потому что с третьего выпуска 2011 года прошло от силы 4 журнала с таким логотипом, которое было приурочено к фильму второй части. Причем неудивительно, потому что они выходили раз 2-3 месяца у нас. Хотя исключением же будет еще первый выпуск за 2013 год. Также у нас будет рассказываться про британский флаг, хотя здесь почему-то географическое положение страны выкрашенного флаг Исландии. Затем тут представлен синий Ford Mustang, видимо, новинка того года. И здесь показано, что подарком к данному журналу является тот самый мини-вентилятор.
Хотя, если смотреть обзор канала Ingvar Play, то у него был еще кружок с испанским футболом, а подарок писался над железным логотипом «Специальный выпуск». И также у него подарком в этом номере были карточки, которые выходили у нас в основной линейке журналов 2012 года, да и то не вся коллекция. Собственно, про обложку журнала и комплектацию столько слов, пора переходить к самому обзору. Собственно, неожиданно слева у нас задание, где нужно раскрасить Найджела по определенным цветам, указанных в лабиринте. И также авторы нам поясняют, что данный журнал является 14-м в общей хронологии. Возможно, это связано с тем, что на том месте, где должно быть логичное задание с Найджелом, находится реклама. Скоро мы это узнаем. А справа у нас содержание, где показана основная тема данного спецвыпуска, что будет упор на этих трех гонщиков. Внизу определенные игры и комикс с Молнией Маккуином, который предлагает путешествовать всем вместе. Гонка началась. Вспомни, как это было. Мировой гран-при с участием Молнии и его новых друзей. Вместо привычных нам досье и рубрики «Ваш выход» здесь будет рассказываться вкратце про самого персонажа. Кто он сам по себе, его информация, номер и как называются малоизвестные детали. В общем, в какой-то степени повторяю традицию первых двух спецвыпусков за 2011 год, что очень прикольно и который я, безусловно, рад. В данном случае в первую очередь рассказывается про Джеффа Горвита. Пишут, что он чемпион из Америки, несравненный гонщик и настоящий калифорнийский талант. Справа же у нас на всю страницу представлено задание с ним, Льюисом и Молнией, где нужно складывать показания спидометров перед препятствиями на дороге и узнать, кто набрал наибольшее количество очков, но мне почему-то кажется, что это сделал наш Джефф, раз ему уделено такое большее внимание. Далее у нас неожиданно представлена рубрика «Игры», хотя я бы это назвал рубрикой «Мир тачек» или, как в прошлом видео было, «Время развлечений». Здесь рассказывают про чудеса Америки, каким спортом там занимаются и что означают звезды и полосы на флаге США. Кстати, баскетболом любительски, когда мне было 16-17 лет, я даже занимался немного, но у меня по итогу не сложилось. Также здесь представлена пара заданий, где нужно посчитать, каких мячей больше из представленных трех видов спорта. И внизу можно самому наштамповать из картошки флаг Соединенных Штатов, что, кстати, является приятным эксклюзивом. Однако в наше современное и не очень политическое время сейчас такое делать, к сожалению, опасно. На следующих страницах рассказывают про национальные цвета США в виде реальных автомобилей того времени и что для них было важно, какой цвет являлся популярным. Почему я говорю «было»? Потому что сейчас непонятно, до сих пор существует такая тенденция в Америке или же нет. Но, тем не менее, это очень познавательно и интересно. А также тут представлены два задания, где нужно найти на каждой табличке по два разных отличия от оригинала и соотнести вид спереди и сзади определенной машине. Кстати, я тогда сказал, что на обложке был синий Ford Mustang, а по итогу это оказался Ford Shelby. Не знаю, как правильно, здесь я не особо разбираюсь. Пройдясь по четверти данного журнала, я понял, что он действительно выстроен на концепции первых двух спецвыпусков за 2011 год, только в отличие от них, здесь больше рассказывается не только про традиционные культурные ценности какой-либо страны, но и еще
про ее автомобильную гордость. И они приправлены несколькими заданиями, что вроде бы и круче смотрится, но все-таки тот журнал мне понравился больше. Далее у нас рассказывается про Мигеля Камино, что он у нас попал с Кариды на гоночную трассу. И какой путь он от этого прошел. Как и пишут про его особенности на кузове. И как я и предполагал с Найджелом, вместо второго задания у нас реклама данного болида, который превращается в другие виды гоночных машин. Хотя здесь должен был быть, судя по обзору Игоря, сбор Мигеля по кусочкам после расстрела. А в первом рассказывалось немного про Эйсера и Грэма. Им надо было помочь найти по стрелке нужное направление, чтобы наставить мишень на нашего Камино. Но это, кстати, выглядит немного жестоко. На следующих страницах нам предлагают познакомиться с футболом и танцами, значимыми развлечениями настоящих испанцев. Возможно, кто смотрит футбол, тот знает, что две самые знаменитые команды оттуда – это Реал Мадрид и Барселона. Однако мне такое не особо интересно. Хотя пару месяцев назад как-то ходил на какой-то матч, но точно не на противостояние этих двух команд. А так занимался больше любительским футболом в начальной школе. Даже был собственный в свое время точно такой же мяч, какой здесь представлен. Здесь от нас хотят узнать, из какой команды тут лишний игрок. А также надо показать, в каком порядке накачивают этот футбольный мяч. И также внизу немного рассказывают как про виды испанских танцев, так и про местные и не только инструменты, одному из которых надо найти две нужные рукоятки. Про это все реально интересно почитать, поскольку я всегда обожал интересоваться культурностями стран мира, за что, собственно, даже частично и полюбил вообще вторую часть тачек. Ну и, как я понял, жемчужиной данного выпуска являются не только наши гонщики разных стран мира, но и реальные прототипы авто их определенной страны. То есть тут представлен испанский автодизайн. Также вкратце нам рассказывают про некоторые испанские города и какие здесь находятся местные достопримечательности и в честь чего назвали спортивные модели марки Seat. Вот это реально интересно, поскольку настолько информативного журнала я не припомню ни в одном из обычных выпусков, где бы максимально рассказывалось что-то по-настоящему и настолько свежо и ново. Особенно про данную марку машин я реально не слышал. И внизу представлено задание, где нужно найти иностранную марку. И вроде бы это синяя Shelby. Задание несложное от слова совсем. Я так и думал, что вместо второго задания про Найджела будет хоть какая-то реклама. Но спасибо уж хотя бы за то, что ее хоть куда-то перенесли и не забыли о ней вовсе. Блин, даже у Игоря в данном журнале было все в порядке и не было никакой рекламы. Но сути это не меняет. Значит, здесь рассказывается про нашего Найджела, что он настоящий британец и из поколения чемпионов. И на каких гонках до мирового гран-при он до этого участвовал. Также тут вновь рассказываются про его мелочные детали кузова. Вот только почему-то у него очень странный флаг на значке его номера, поскольку он ни к селу, ни к городу. И мне еще, кстати, нравится, как оформили здесь красиво брызги красок, превращая их в очертания нашей Великобритании. И в задании сверху у нас представлен Биг Бен, которому нужно пройти из двух определенных последовательностей. Хоть что-то выглядит более новое и не совсем классическое. И внизу у нас реклама игрушечного транспорта немецкого качества
что раньше тоже было актуально. Далее у нас представлен сам островок Великобритании, который разделен на определенные государства, и здесь рассказывается про правление королевы Великобритании Елизаветы II, которой, к сожалению, 8 сентября прошлого года не стало в живых, царство ей небесное. И помимо этого рассказывается как про официальное название государства, так и про сам флаг, как он называется, из каких государственных других флагов он состоит. Кстати, здесь показан флаг Северной Ирландии того времени, поскольку современный вроде бы выглядит вот так. Вот только я так и не понял, почему на обложке географическое положение Великобритании выкрасили цвета флага Исландии, поскольку она на карте мира довольно-таки далеко находится от Британии. Возможно, ошиблись флагом просто или что-то еще. А на другой странице рассказывается про почтовую марку с ней и ее корону. Плюс показано, как именно она украшена. И еще тут же задание, какие части и драгоценные камни нужно подобрать. Потом еще надо найти нужные мечи для регби, которые окрашены во флаги государств Великобритании среди флагов обычных стран мира. Дальше рассказывают про определенные марки машин, которые производят в нашей Великобритании. Кстати, среди них, который вот прям вот точная копия нашего Найджела и королевы, которая уже из тачек. Однако здесь затронута другая тема, какие из данных машин ездят как обычно, а какие по левостороннему движению, с которым связан данный лабиринт. Кстати, подобная тема почти была упомянута Филиппом в игре «Тачки. Новый сезон», пока он не был сфокусирован на том, что перед ним стоит сам Молния Маккуин. Вы хоть знаете, что едете по встрече? Да-да, конечно. Извините, я все никак не могу привыкнуть, понимаете, у нас в Англии или вас... О боже, но вы ведь Молния Маккуин, так? И еще надо узнать, какая машина здесь лишняя и не едет по левостороннему движению. Точнее, надо узнать, какая из них не английская машина. Ну, прикольно, прикольно будет. Интересно узнать про левостороннее движение, потому что помимо Великобритании, они есть и в других странах, оказывается. И в самом конце журнала у нас гоночная история, где были взяты кадры из второй части. И она рассказывается от лица Молнии Маккуина. Ох, честно признаться, ребят, у меня сейчас уже камера дышит на ладан, поэтому приближать мне будет очень тяжело, но постараюсь как только смогу. На первой странице вкратце показана гонка Токио. Как мы помним, он там второе место занял из-за жесткой подставы метра. На второй показана гонка в Порто-Корсо, где, несмотря на родину Франческо, Молния пришел первым наконец-то, и где взрывали наших соперников. Затем показано, что в Лондоне Молния беспокоится о метре, когда он не подозревал о его бомбе. И когда все разрешилось, Маккуин решил устроить свою гонку в Радиатор Спрингс, на которой фильм благополучно и закончился. В данном же случае был максимально краткий пересказ гоночной карьеры Монти за вторую часть. И, честно говоря, здесь все по оформлению выглядит немного простенько по сравнению с прошлым выпуском. Хоть и на то время «Тачки 2» были еще относительно свежими, но спецвыпуск нам тогда об этом неоднократно упоминал.
что немного выглядит очень средненько, как по мне. И на последних страницах представлены ответы и решения. Собственно, как и всегда, думал победить Джефф, но оказалась молния. Тоже классика. И тут представлена такая подделка, как крестики-нолики. Здесь нужно вырезать данное поле, где виднеется логотип Тачек 2 и подставка от наименной серии Mattel, вышедшей в то время. А также сами квадратные фишки, состоящие из 5 штук, и где изображены главные герои, плюс Луиджи и Гвидо в наушниках. Я уж молчу про интересную позу первых двух в данной части поделки. И на обороте журнала обратная сторона карточек и правила самой игры. Рисованные персонажи выглядят поинтереснее, но почему-то они отзеркалены. И, кстати, у того же Игоря вместо данной странички присутствовала раскраска Сидели и правила тех самых карточек, которые выходили как у нас, так и у него в качестве подарка, как я уже говорил. Поэтому вместо всего этого у нас настольная игра, из одних их которых и будет состоять следующий вышедший журнал после нашего. Говоря о поделке, меня тут на реакции попросили показать на видео, как я сделаю собачку из прошлого видео. Да, я хочу, чтобы ты сделал эту собачку и показал нам всем, как у тебя получилось. Да, конечно, странно прозвучало, но все-таки хочется, чтобы мне показал нам эту собачку. Так вот, я ее сделал. Конечно, не супер идеально, но уж как-то, поскольку я мастерство немного все-таки подрастерял. Думаю, это будет приятным дополнением к данному видосу. Итак, мы только что полностью прошлись по данному журналу. Он мне максимально понравился по-своему. Максимально приближен к концепту журнала из предыдущего обзора, поскольку тут больше реальных фактов о машинах определенной страны. Потом рассказывается про культуру национальностей данных стран. Ну и, конечно, главная завязка всего этого – краткие рассказы про гонщиков мирового гран-при и с ними же тематические задания. Это, кстати, один из прародителей современного вашего выхода, который уже изрядно поднадоел, но не суть важно. И теперь давайте перейдем к чему-то скромному, детскому, но не менее эффективному подарку данного журнала – мини-вентилятор. Картонка была довольно органичной, к сожалению, она не была сохранена из-за кое-кого в семье, но здесь изображена была итальянская трасса, сразу же логотип на картонке по тачкам 2, шрифт подобран, очень интересно, и также изображены на трассе Луиджи и Гвидо в наушниках, однако последнего не полностью видно из-за нашего основания вентилятора. Ну а теперь давайте переходить к нему самому. Итак, вот он, этот вентилятор, представлен на ваших глазах. Перед данным обзором я специально подготовился, купил к нему мизинчиковые батарейки, чтобы он работал, даже с запасом, если не хватит. Но единственное, только от него потерялась крышка, из-за чего приходится их лишний раз придерживать, чтобы не выпали. Кстати, в предыдущем обзоре я упоминал тот факт, что финтифлюшки, выпущенные в спецвыпусках, светились позднее в комплектах различных раскрасок, чтобы дополнительно их продать более молодой аудитории. А ведь когда-то я также какой-то купил и снимал обзор на это очень давно. И он был с дорожным лабиринтом, выпущенный в 10-м выпуске 2014 года. Ссылка будет в описании или же в подсказке сверху. Так вот, вентилятор же продавался в будущем в комплекте из двух книжек с историями и одной раскраской.
Он у нас, понятное дело, сделан полностью из пластика. Пропеллер у него шел отдельно. И его лопасти состоят из пенопласта. А чтобы вентилятор был стилизован под франшизу, тут присутствует наклейка в виде колеса молнии по первой части. Правда, тут была еще пленка прозрачная, но со временем оторвалась. Да и плюс сама наклейка сделана будто бы неровно. И тут еще качественная наклейка с логотипом Тачек 2. Сам он полностью красного цвета. Очень устойчивый. Правда, крышки вот нет для отсека с батарейками, как я уже говорил. Но я говорю, кое-кем раньше времени было это все расфасовано. Интересно когда-то ему было. Не то, что слава богу сейчас. Тут также сделали специальные подставки под пальцы, чтобы удобнее было ребенку держать. Так как у меня не совсем хорошо это получается. Учитывая то, что руки у меня большие. И еще тут какие-то странные полоски, которые по тактильности будто шершавые. А механизм так и вовсе простой. Нажимаешь на черную кнопку, и он крутится, создает поток ветра, хоть и не сильный. Сейчас я вам это покажу. Да, на это можно смотреть вечно, пока палец не устанет держать нажатую кнопку. Да, кстати, что интересно, так получилось, что я еще умудрился случайно разобрать пропеллер. И, как оказалось, данная пластиковая штуковина состояла из двух частей, на которую косо был насажен пенопластовый пропеллер. Сейчас с ним все хорошо, вы не подумайте. Я его приклеил на суперклей, даже вот тут следы остались. Сейчас он не отпадет, если что. Собственно, я показал, как он работает, описал в подробностях все его детали. Ну и напоследок скажу, что такие детские вентиляторы были актуальны как раз в году 2012 и продавались они вплоть до 2016, насколько я помню, поскольку они тогда продавались как просто такая игрушка для аудитории помладше. А сейчас они до сих пор являются как приятное дополнение к баночкам, где лежат всякие химические драже или обычные конфетки. И какая-нибудь пластиковая фигурка сверху. В любом случае, эффективность от вентилятора хорошая. Хоть и мало чем поможет летом, но иногда может послужить как настоящий. Давайте же переходить в конец этого ролика. Что ж, обзор получился вновь длинным по хронометражу, ввиду того, что я пытался на многих вещах максимально акцентировать внимание. А в большей степени на самом вентиляторе. Если же подводить итог всего обзора, то данный журнал был максимально приближен к тому идеалу, который я описал в предыдущем обзоре на журнал по байкам Метро из-за более расширенной концепции реального мира, подводки которой являются из стран гонщиков мирового гран-при, которые они тут затрагивали. Обидно то, что рекламу они тут, хоть и маленькую, и не так много, но добавили, из-за чего лишили каких-то заданий. Да и вентилятор, несмотря на его прошедшую актуальность, весьма рабочая вещь, если посмотреть на него глазами взрослого человека. После этого обзора уж точно пойдет хоть какое-то разнообразие, у меня готовятся различные рубрики, и мне кажется, что стоит мне слегка отдохнуть от обзоров, поскольку я их и так за эти месяцы наклепал достаточно. Впереди нас ждет контент по самолетам, может какие-то старые рубрики,
И постепенно вы увидите на канале что-то реально новенькое и необычное, но обзоры тоже никуда особо не денутся, так как следующий будет уже на одного героя от Mattel. Все, не буду больше задерживать. Это был канал Илья Уан. Ссылки на все мои соцсети вы найдете в описании. Еще увидимся в других обзорах и видео. И всем пока.